Казахи работают в зарубежных компаниях и набираются опыта в разных отраслях. А теперь давайте спросим у прохожих, какие профессии самые востребованные. I think they're teaching the next generation. Я думаю, что учить следующее поколение важно, поэтому учитель. Probably something that's, you know, resistant to being retrenched. Наверное, то, что не подлежит опасности попасть под сокращение. Я бы сказал юрист. Ты можешь работать на себя, и люди всегда будут нуждаться в юридических услугах. Особенно в нашу постковидную эру большой спрос имеет в сфере биохимии и медицинских исследований, поэтому работа в такой области будет наиболее стабильной. I'm about to be a teacher. Я скоро собираюсь стать учителем, и эта работа лучшая на сегодняшний день, даже если она плохо оплачивается, ведь все равно ты получаешь удовольствие, обучая детей. I think communication and marketing, because social media is growing so much. Думаю, сфера коммуникации и маркетинга, потому что социальные сети развиваются быстро, и маркетинг растет вместе с ней. Много исследований, особенно в сфере искусственного интеллекта. По-моему, это лучшая сфера деятельности. Я сам получил специальность в области науки. Если бы мог вернуться в прошлое и изменить, то сменил бы специальность. Все равно сейчас я работаю в сфере корпоративного медиа. I think entertainment industry and the media industry is going well. Я думаю, сфера развлечений и медиа хорошо развивается, так как мы все сейчас привязаны к нашим телефонам, ноутбукам, планшетам. Я сам работаю в медиаиндустрии, поэтому думаю, это хороший выбор для работы. О боже, думаю, что-то связанное с искусством, может быть. Там требуется креативность и легче самовыражаться по сравнению с работой в корпорации. Я бы сказал быть профессиональным атлетом, спортсменом, потому что финансово эта профессия хорошо оплачивается. Также можно стать известной, популярной личностью. Я актер, и могу сказать, что любая профессия, которая тебе нравится, любая работа, которая тебе приносит удовольствие, она и является самой лучшей. Я актер и работаю в кафе. Стараюсь испытывать удовольствие от своей работы, в то время как заработок от нее поддержит меня финансово, чтобы я мог развивать свою карьеру актера. Поэтому да, любая работа.